туркменский народ всегда жил в взаимосвязи с природой. История и жизнь нации, живущей в гармонии с природой, бывает такой же величественной, как сама природа. В природе все отличается своей оригинальностью и уникальностью. В этом удивительном пейзаже в прекрасном виде убеждаешься, когда наблюдаешь за величественными вершинами высоких гор. На туркменской земле продолжается зима. Сквозь облака проскальзывают солнечные лучи. Блестят льдинки на ветвях высоких деревьев вдоль улиц и в парках беломраморной туркменской столицы города Ашхабада. Эта красота воодушевляет нас, и несмотря на холодное дыхание природы, на сердца влюблены в белый снег. Чистый, прозрачный воздух просторов, широкий горизонт волнует душу. Хочется дышать полной грудью. Эти виды подтверждают целебность туркменской природы. Зимой очень холодно, но зимний вид все-таки радует людей, дарит душевное тепло и чистоту. Поэтичная природа этой поры своей степенностью оказывает влияние на человека, превратившись в источник вдохновения. Туркменский народ всегда жил в гармонии с природой. В природе все отличается своей красотой и своеобразием. Все времена года красивы по-своему. Глядя на горные вершины, сердце наполняется прекрасными светлыми чувствами. Туркменский край обладает поэтической природой. Эта природа вдохновляет человека, является источником, музой для творческих людей. Красивая природа этого края пленяет каждого. Туркменская природа, очаровывающая во все времена года своей необыкновенной красотой, богата на радужные краски. Туркменская природа не оставляет равнодушным творческих людей. Удивительная красота туркменской природы рождает в душе туркменского народа, воодушевленного прекрасной эпохой, самые приятные чувства. Наши предки делили зимний сезон на 4 периода – Карагыш, Улычилле, Кичичилле и Ахаркы – Карагыш. Зима начинается с периода Карагыш, который длится на 15 дней. Затем наступает период Улычилле – это большая 40-дневка, которая длится 40 дней. Это самый холодный период. Затем наступает период Кичичилле – малая 40-дневка, которая длится 20 дней. В этот период начинается окотный сезон. По сравнению с северными странами, зима в Туркменистане обычно теплая и только иногда бывает холодной. Период Улычилле в Туркменистане теплая и только иногда бывает холодной. Период Улычилле в Туркменистане невозможно представить без осадков, снега. Зимой погода бывает переменчивой.
Теплые дни сменяются холодными, часто идет снег. Сегодня во всех уголках Туркменистана созданы все условия для того, чтобы граждане нашей страны могли посещать горы, могли насладиться этой величественной и первозданной красотой. В нашей стране много уникальных уголков, которые достойны того, чтобы люди приходили и любовались ими, и каждый из них достоин особой беседы. Горы – это одно из прекрасных и совершенных созданий природы. Зимой Купидагские горы особенно красивы. Снежный покров придает горам удивительно неописуемую красоту. Люди получают истинное наслаждение от этой природной красоты. Красота туркменской земли в зимний сезон описана и в произведениях туркменской литературы. Туркменская природа не оставляет равнодушным ни одного творческого человека. Для жизни человека необходима чистая, здоровая окружающая среда, и основной задачей является создание для этого всех необходимых условий. Обеспечение экологической безопасности является залогом охраны жизни и здоровья людей. На нашу благодатную землю выпал снег, символ изобилия и достатка. Им покрыты здания, деревья, вершины гор Купидага. Снег приумножил красоту окружающей нас природы. Снег, выпавший в это время года, утоляет жажду земледельческих угодий. Как отмечают дайхане, снег, которым принакрылись молодые колосья, питая корни, оказывает благотворное воздействие на гармоничный рост пшеницы. Холмы, горные склоны и лесные зоны в южной части столицы, укутанные в белоснежный наряд, создали здесь изумительный пейзаж.